Традиционными для праздничных новогодних гуляний станут площадки у городского дворца культуры и около ДК НПЗ. Также первые часы Нового года можно будет провести у торгового центра Global Market. Гуляния развернутся около центра циркового искусства «Арена». Жители отдаленных микрорайонов также ждут на праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Площадки будут работать перед Домом культуры 40 лет октября, станция «Мозырь», в районе торгового центра по улице Полесской и перед Домом культуры 20 лет Победы в микрорайоне Заречный.